Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Улуха. Так, у нас 17 день, и я забираю 30 монет Одина. Так, теперь давай, наверное, будем открывать с тобой паки. Один бесплатный, стандартный, и второй, естественно, будет за рекламу. Шипорез, престиголов, костолом дикарь и чуточку ресурсов. Замечательно. Так, ну и предлагаю секунду. Куда это вы меня кидаете? Мне нужно вот что. Загадочный. Так, опять монеты Одина 6 штук. И начинка. Крылатый ужас, ужасное чудовище, вострозуб и ресурсы. Ну, вроде бы как здесь пока все. Так, древесинку забрали. Кто это там кричит? Так, пара барса и вепря. Я думаю, что, наверное, мы будем дальше ее прокачивать. Пускай тренируются. Так, принес мне железо, ветрокрыл. Блин, может его обучить, а? Начать обучение. Но ведь опять же шанс, ребята. Опять же будет эта рулетка крутиться. Нет, давай-ка пускай он пока нам будет добывать железо. Успеем его всегда прокачать. Так, древоруб за древесиной. Костолом. Давай-ка тоже тебе за древесиной отправим. Так, что мне принесли эти орлы, скажи-ка мне на милость. Сборы. Бесплатно. Полетел. Вы мне, понятно, 3 шестеренки дали. Ладно, я не огорчен. Летите в другие лагеря бесплатно. Так, кривоклык у меня получил уровень, и это круто. Тогда я хочу, друзья мои, прокачать его до 80 уровня. Пускай он качается, да? Так, и Грамгильда. Роза ветров. Давай-ка лети бесплатно. С этими разобрались. Сундук. 15 рун. Спасибо большое. Значит, ребята, здесь может выпасть все, что угодно. Начиная от ресурсов и заканчивая рунами. Да, даже янтарь может выпасть. Громыль. Лети, родной. Так, ну что, здесь, по-моему, мы всех озадачили работенкой, насколько я понимаю. Так, беззубик, что мне принес? Вот, спасибо большое, это, кстати, нам пригодится. Лучше бы, конечно, две штуки, но что поделаешь. Так, у нас там по заданию что надо сделать? Угу, поискать теперь приливного планера в темных водах два раза. Поискать, значит, поищем. Мы, как говорится, с тобой все равно ничего не теряем. Бесплатно, естественно. Что ты тут нам предложишь? Понятно, все, ребята, за руны предлагает. Я, естественно, не буду соглашаться. Руны мы с вами копим. Я думаю, что вы знаете, куда и зачем. Скалотряс. Ну, что-то ты вообще как-то мало древесинки мне принес. Что, под смерти тоже маловато принес? Что-то вы вообще не хотите добывать. В чем проблема? Вас плохо кормят? О, весночес. 81 уровень. Слушай, а как мне сделать, чтобы он... Я пока даже не знаю. 50 миллионов пока... Ничего себе ты... Ничего себе он прожорливый. Вот это он хавать, друзья мои. И еще 200 лямов просит древесины, чтобы поднять уровень. Ты представляешь себе такую наглость, а? Ты представляешь такую наглость? И я соглашусь. Я соглашусь, друзья мои. Так, шторморез за древесиной полетел. Буйволорд получает у нас уровень. Так, пускай дальше тренируется. Слушай, я, по-моему, сейчас опять всю академку себе забью, и у меня не хватит. Так, он согласится у меня лететь? Ну-ка. Да, для него местечко нашлось. Слушай, а у меня же есть модификрылка же еще, про которую тоже не стоит забывать. Почему-то мы до нее... А, ее же нужно еще... Так, проверяем. Ну, я почему-то не удивлен. Вот, если честно, я не удивлен этому. Не так все просто. Ладно, пускай дальше летит, тренируется. Так, это у меня мармелет. Это тут загрустил что-то. Кошмарный престиголов. Есть ли смысл его прокачивать дальше? Я, ребята, не вижу. Вот серьезно говорю, я не вижу смысл его прокачивать дальше. Так, это у нас экзотический кораблекрушитель. Я думаю, что тоже пока его даже трогать не будем.
Вот здесь вот, да, можно заморочиться. Но, как всегда, нету места в академке. Блин, я теперь жалею о том, что у нас очень мало местечек в нашей академке. Так, ну что ты тут у нас принес? Так, мы его отправляем дальше на поиски. Ну а ты что на меня уставился? Почему ты не ищешь и не искал, а? Вот скажи мне на милость. Иди, иди, вынюхивай там. Так, ну что, мы с тобой, наверное, откроем пак, пока есть такая возможность. Кошмарный пристеглов. Выглядит, конечно, офигенно. Ужасное чудовище, вострозуб. Открываем следующий пак и забираем награды. Так, сегодня мы что хотим сделать? Да, пройти события, которые мы начали, да, с тобой? Так, на обменку есть? Есть. Ну вот и ладненько. Так, и еще 5 заданий. Слушай, нам же нужно с тобой склянки. Ё-моё, я только сейчас вспомнил, что нам нужны вот эти вот баночки. По-моему, 1000 штук. Да. И сколько дней? Сейчас, кстати, посмотрим, сколько дней осталось. Так, если здесь отправить драконов в 2 приключения, можно было бы получить еще 50 склянок. Да, я не отправил, потому что у меня нету. Нету свободных драконов. И вот здесь, смотри, отправьте 3 драконов на добычу железа. Так, получите в схватке трофеев 500. 100. Ничего себе, 100 склянок. Обучите 30 драконов и победите стремительных драконов. Блин, вы, конечно, такие задания даете, которые просто порой невозможно выполнить за определенный срок. Что я хотел глянуть? Я хотел посмотреть, сколько нам нужно с тобой склянок еще, да? 3 дня осталось, друзья мои, 12400. Блин, нам еще 900 склянок. Ну вот где вот я их достану? Ну, за 3 дня, где? Скажи-ка мне на милость. По-моему, я не успею накопить самую-самую малость. Или мне нужно просто прописаться в этой игре и выполнять все задания. Ладно, сейчас речь не об этом. Нам нужно выполнить с тобой вот это вот задание. Злобные вандалы. Завершить его в конце концов, да? Погоди-ка, а там у нас еще что ли одно задание есть, да? Так, оно пока в раннем доступе. Это драконьи ясли. Это завтра можно уже начать, в принципе, его проходить. Я надеюсь, там будут склянки. Очень на это надеюсь, потому что, ну, 900 склянок, это не так уж и много, по большому счету. Так, ладно, а мы с тобой будем проходить вот это вперед, как говорится, и с песней. Слушай, а может быть эти склянки где-то можно найти в каких-нибудь сундуках? Не, вряд ли. Хотя, можно будет потом посмотреть. Значит так, у нас скала и кревет. Ну, естественно, будем начинать с кревета. Ему здесь не рады, по крайней мере, мои драконы. Давай, наверное, так сделаем. Ах ты, выживет, выживет. Хотя нет, ничего он не успел сделать, и мы его разбомбили. Ну что, скала, сейчас мы и тебя уничтожим. Главное, друзья мои, чтобы не было какого-нибудь вылета, иначе мне придется покупать энергию. Так, это у кого он будет глушить? Ага, кривоклыка. Вторая волна. Так, здесь Хофер. Блин, на кого лучше начать-то? Наверное, начну я с Душителя. Да, скорее всего, с него. Так, поехали. Сейчас я его прижучу. Так, а теперь, наверное, все-таки с Пристиголового. Потому что, ну, Хофер, это еще терпимо. Наверное. Так, бомбанули. Так. Блин, я думал, добьем его. Как бы мне сейчас кривоклыка не уничтожили. Ой, не нравится мне это все. Давай, наверное, лечиться. Кусаем. Что он там задумал? Понятно. Так, пора его, наверное, все-таки уже, ребят, добивать. И переходим с тобой на 3-ю волну. Ёк-макарёк. А здесь у нас мини-боссик, оказывается. Не надо трогать. Не надо трогать его, пожалуйста. Мне придется хильнуться. Иначе мы бы потеряли с тобой кривоклык и все. Сейчас попробуем водореза уничтожить.
Так, не выходит ни шиша пока. Барсику досталось. Так, ну что, если что, мы захиляемся. Вот таким вот образом. Кусанем. И остается у нас тут Костолом. С усиленной атакой, но он, правда, один. Последний дракон. Так что сейчас мы его будем запинывать. Так, укус. И добивка там будет. Пора его, ребята, уничтожать. Вот и все. Побед за нами. Ну что, давай крутить колесо и смотреть, что нам тут выпадет. Да ладно. Круто, ареновский пак. Это редкость у нас. Ну что, идем с тобой на следующий поединок, после которого мы с тобой еще получим один пак. Но главное, чтобы нам здесь выдержать, выстоять и, как говорится, не простоволоситься. Кто у нас здесь? Громобой я вижу. Подожди-ка, а где второй? Он один, что ли, здесь? Да ладно, серьезно, что ли? Хорошо. Мне какая разница? Один так один. Разберем, как говорится, и не поморщимся. Так, переходим на вторую волну. И здесь уже я вижу Костолома и Штормореза. Начну я, наверное, со Штормореза все-таки. Так, мы хильнулись, у нас фулл ХП. Костолом здесь ничего пока сделать не сможет, просто ударит. Мы добьем с тобой сейчас Штормореза. Опять куда-то исчезает, а? Ну и Костоломчик. Понижаем ему сразу броню. Ты смотри, какой жук, а? Сейчас будет разбег делать. Нет. Он просто промахнулся. Так, друзья мои, последняя волна. И здесь у нас пристиголовые плюс шторморезы. Естественно, начинаем с пристиголовых. Тем более они фаерболами бомбят. Так, хильнемся. Укусим. Сейчас они вдвоем сходят. И после мы уже, наверное, растопчем одного из них. Ну что ты там думаешь? Пока. Так, ну и теперь шторморезика мы с тобой уничтожаем. Да, довольно легко получилось. Крутим колесо. Забираем с тобой 175 миллионов рыбы. Ну и, конечно же, забираем с тобой пак. Открывается сразу он? Нет, он летит на почту. Ну и готовимся к мини-боссу, друзья мои. Мини-босс, за которого мы получаем... А, нет. Мы его проходим, потом будет простая битва. И только после получаем 150 рун. Так, шепот смерти плюс древоруб. Прихвостень, естественно. Ладно. Играем по-крупному. Промахнулся. Так, ты что там? Вот, значит, как, да? Поехали. Блин, я, наверное, не успею. Хотя, почему не успею? Все будет отлично. Уничтожили. Так, древоруб там дергается что-то. Совсем, я смотрю, припупил парнишка. Слушай, он так может мне, кстати, уничтожить. Но не он, так другие. Кривоклык в опасности. Вот именно об этом я и говорил. Так, давай, наверное, сюда все-таки ударим. Сейчас попробуем хильнуться. Укусим здесь. Кого он будет бомбить? Фух, я уж думал, сейчас кривоклыка будет. Тогда есть шансы у нас выжить здесь. А этот все неугомонный не отвянет. Так, хиляемся. Блин, мне такое ощущение, что сейчас игра вылетит. Какие-то начинаются подлагивания. И мне это не нравится. Так, он промахнулся. В ответку. Понижаем броню. Кусаем. Что ты делаешь? Так, он укусил Барсика. В ответочку мы ему вот так и добиваем. Через хил, да. Ну и идем с тобой на мини-боссиков. И кто у нас тут мини-боссик? Скала. То есть, естественно, мы с тобой разбираем в первую очередь душители. Как можно быстрее, да? И потом уже будем заниматься скалой.
Ну и что, ты такой довольный, с улыбочкой стоит. Понижает броню. Есть... А, нет, атаку. Он понижает атаку. Так, давай сюда, наверное, вдарим. Укус, блин, он жесткий. Смотри, какой жесткий. Несмотря на то, что у него понижение брони висит. Фиг ты его так пробьешь. Да. Сложноватый парень. Так, ну что, половину здоровья мы у него отняли. Вот он не успокоится никак, а? Ну что, кусаем. И... Нет, не добиваем. А вот теперь пока. Все великолепно. Ну что, крутим очередное колесо. Забираем с тобой, как понимаю, рыбу. 125 миллионов. И переходим на обычный поединок, после которого мы с тобой заберем уже 150 рун. 150 рун забираем, мини-боссики будут, и потом уже самый главный босс. Так, кто у нас тут? Кревет и шепот смерти. Ну хорош, хорош выпендриваться. Поехали в атаку. Тут еще кревет этот. Воу. Лихо начал парнишка-то, да? Смотри. Лихо начал, значит, быстро закончит. Давай-ка, наверное, вот так сделаю я. Так. Пора влупить ему. Еще раз. О, добиваем. Так, вторая волна. Кто у нас здесь? Кревет, шторморез. Вот. Или с него надо начинать, или с него. Твою налево, с кого быстрее-то? Даже не знаю, давай с этого, наверное. Блин, они же меня распетрушат, кривоклык. Придется сделать, наверное, вот так все-таки. Да что я делаю-то? Вот сюда нажимаешь и все. Мне нужен отхил. Возможно, я сделал это зря, возможно. А возможно и нет. Раз, два, сейчас они вдвоем сходят. Потом ходит у меня Барсик. Барсик, естественно, уничтожает кривоклы... Ой, этого, кревета. Так, нам, наверное, надо будет еще раз залечить раны. Смотрим. Так, просто укусил. Давай, наверное, добьем с тобой штормореза. Раз такая пляска уже пошла. Да чтоб тебе, блин, не хочет добиваться, а? Так, и теперь займемся Хлывокривом, да? Или Кривоклык? Кривоклык, по-моему. Так, переходим с тобой на последнюю волну. И кто у нас тут? Громыль. Наверное, я все-таки начну вот с этого партизана. С крылатого ужаса. В первую очередь его забомбим. Потом, наверное, Костолома будем брать. А уже после заберем и Громеля. Как по мне, это самый оптимальный вариант. Так, Барсик сюда. Здесь массовый отхил. Кусаем. Так, ну а ты кого? Блин, они все на Барсика, прикинь. Все на Барсика прут. Есть. Костолома подбили. Ну, Барсик, ой, Барсик. Громль здесь ничего не сделает. Ну, максимум фаербол свой запустит. И все. Мы успеем с тобой залечиться. Укусить. И на следующей атаке, в принципе, уже забомбим его. Все. Пошли. Раз... И два. Вот и все. Крутанули и забрали мы с тобой опять рыбу. Да-да, рыбу. Но никуда от нее не денешься. Так, 150 рун в копилочку к нам упало. Спасибо. Итого у нас 721 руна уже. Ну что же, мини-боссики нас ждут. Поехали. Единственное, что у нас с тобой очень мало прилив сил, а груш вообще нету. Как хочешь, как говорится, так и делись.
Ну что же, будем пытаться. Команда, конечно, здесь очень серьезная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что же делаешь-то, изверг? Ты что же делаешь-то, а? И не добили еще. А нет, Барсик. Спасибо тебе. Он уничтожил его. Так, ну теперь будет попроще. Теперь будет чуть-чуть попроще. Так, укус. Еще один укус. И две атаки. Так, они максимум, что могут сейчас сделать, это просто кусать. Ну нифига себе, он кусанул. А ты че? Зашибись. Что же они так мощно бомбят-то, а? Так, ну что, одного мы с тобой уничтожили. Теперь надо громобоя бомбить. Твою налево. Ты оборзел, что ли? Так мощно кусает, а? Сколько? Какой? 16 уровень, почему так мощно бьет? Так, смотрим здесь, что у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай, наверное, так будем делать. Хотя, черт узнает, как тут лучше сделать, если честно. Ума пока не приложу. Оба таранить будут. Опа, мне кажется, кого-то мы сейчас потеряем. Этот добьет. Он же добьет, гаденыш. Аллилуйя, ребята, он промахнулся. Он промахнулся. Давай сделаем так. Уничтожим этого. Но сейчас будет кому-то трындец. Он сейчас таранет. Я не удивлен. Я не удивлен. Теперь мы в меньшинстве. А ты не забывай, что впереди мини-боссики, ребята. Мини-боссики. Как мы будем с мини-боссами драться? Вот объясни мне теперь. Так, оглушил, да? Кусаем. Так, очнулся. Вот серьезно говорю, я даже не понимаю, как мы будем с тобой сейчас там уничтожать мини-боссов. Сейчас ходит этот. А у этого опять 4 энергии будет, да? И он сможет сделать свой таран. Ох, ты смотри-ка, что он сделал. Он сделал не таран, ребята. Он сделал не таран. Давай, атакуй своего кореша. Блин, слабая атака. Да в плане ты, блин, Ну и как это понимать, а? Вот что мне теперь делать? Вот объясни мне. Вот с этим отрядом. Что мне делать? Хилов у нас нет с тобой. У нас есть только... Ну что у нас есть? Максимум только вот... Заворожить мы сможем. И все. И это на мини-боссах? Не-а. Мне кажется, тут полная фигня получится. К тому же тут водорез, шепот смерти. Офигенная компашка. И это все мини-боссы идут. И это все мини-боссы. Сейчас он уничтожит меня. Тут из них сейчас Барсика порешит. О, водорез, наверное. Не, ребята, это бесполезно здесь драться. Мне придется уйти, наверное. Ну как тут быть, а? Я не знаю. Офигенно. Вжарил. Не, распишут. Все, короче, проиграл я здесь. Ну что же, придется покупать, друзья мои, энергию. Если мы хотим пройти это событие. Ну, другого варианта я не вижу. Так, ну что, придется нам брать. К тому же две энергии надо брать. 65 и 65, это получается 130. Фиг с ним, поехали. Надо, значит, надо. Так, ну что, попытка номер два у нас. Поехали, начнем опять же с этого хламона. Только не вылет, пожалуйста, только не вылет. А то я разорюсь на покупке энергии, извини меня.
Так, тут надо быть как-то предельно аккуратным. Я даже не знаю, ребят, как тут точно сделать. Тут, видишь, еще и громобой себе усилил атаку, что не есть хорошо вообще. Ну, хиляться тут надо будет однозначно. Давай, наверное, сделаем так. Сейчас получим звездюлей. Знаешь, что можно сделать? Можно сделать вот так вот. Пускай какой-нибудь бомбанет. Отлично, вот это я понял, вот это шикарно сейчас было. Так, ну этот-то не успокоится, ясен перец. Давай-ка мы, наверное, вот так сделаем. Дальше вот так. Давай-давай, вшпаривай что-нибудь. Есть, отлично. И как раз своему корешу вот ты. Оу, он его уничтожил. А мы с тобой успеем еще даже хильнуться. Так, вот здесь надо теперь как-то провести аферочку нам. С кого бы начать-то? Давай, наверное... Блин, вот ему нужно меньше энергии, поэтому давай с него, наверное, и начнем. Понижаем броню. Сразу кусаем. Твою налево, неужели завалят, а? Так, Громорок, отвянь, отвянь, не трогай его. Ну это пипец, ребята. Это мы уже с вами видели. Я не знаю, как мы тут будем выигрывать, но шансов нету. Там еще, не забывай, мини-боссики. Как мы будем там драться, я не знаю. Полная фигня получается. Полная, просто фигня. Даже если я эту слепоту сделаю, ну, бомбанет он по нему, ну и что дальше? Фигня это все полная. Там мини-боссы. Там... О, он еще и усилил атаку себе, прикинь. Он еще и атаку себе усилил. То есть, если он сделает разбег и ударит... Да, даже просто ударит, будет очень больно. Вот я тебе об этом и говорю. Попали, короче. Мне кажется, что здесь надо убирать нам Шторморезы и брать Ветрокрыла. Вот мне что кажется. Вот Ветрокрыл здесь бы был очень даже кстати. Ну как ты себе это вот представляешь, а? 18 уровень. Сейчас просто фаербол один влепит. Даже одним укусом раздавил. Вот тебе и накопили 3000 руны. Держи, блин, карман шире называется. Да все тут бесполезно, ребят. Просто бесполезно. Вот так вот они делают. Ну что, убираем тогда с тобой Штормореза и добавляем Ветрокрыла. Это единственный вариант, который я могу себе позволить. Больше, наверное, мы здесь никак не сможем пройти. Иначе будем с тобой очень много тратить всего. Дай-ка я изменю команду нашу. Ветрокрыл, блин, 11 уровня. Ё-моё, ну... Что такое 11 уровень, ребят, я не знаю. Его разбомбашат в 3 секунды. Понимаешь, в 3 секунды его забомбашат. Хила у нас с тобой не будет. Твою налево. Девяностый уровень нужен, чтобы его улучшить. Я даже не знаю, ребят. Я просто в некоем таком ступоре. И это мы еще с тобой не на боссе. Это просто у нас предбосс. Мини-боссики, так скажем, да? И мы уже здесь с тобой вот так вот фейлимся. Короче, ребят, придется нам руны сливать здесь. Руны сливать, знаешь, на что? Да-да, именно на груши. Другого варианта я не вижу, как тут еще можно пройти. Так что... Придется тратиться. Поехали. Так, укус. Дальше идет громобой. Защитник, естественно. Все начали почему-то в Барсика атаковать. С чего-то вдруг. А этот уже усиленную атаку себе сделал.
Гаденыш-то этот. Сколько? Ой, 280. Да, 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 друзья. Это трэш. И с этим трэшем нам придется с тобой бороться. Ну, сейчас усиленная атака как звезданет. Так, мы сделаем с тобой небольшой отхил. Ёк-макарёк, да ну нафиг. Зашибись. Ну, хотя бы одного уничтожили. Так, этот ударил сюда, а ты промахнулся солидно. Молодец, красавчик, шторморез. Не подкачал. Так, ну что, мы с тобой, наверное, этого добьем. И остается громобой. Твою налево, успеет еще на дорожку нам звездануть, кстати. Добиваем. Так, вторая волна. При хорошем, друзья мои, раскладе можно здесь очень офигенно сделать. В нашу сторону, естественно, все. Так, хильнулись. Давай сюда укус. Раз, два, три, сейчас они будут втроем. Бумс. Этот будет кого бомбить? Сюда, наверное. Оу, щит. Ну давай, а ты кого будешь? Вот так вот, значит, да? Разыграли они противника, короче. Поехали. Раз. Два. Три. Этот, естественно, будет разбег делать. Бумс. Ну, наш кривоклык выдерживает эту атаку. А мы продолжаем бомбить. Так, этого, наверное, будем в тотальное истребление брать. Да чтоб тебя. Ну ты этот еще лезет, блин. Так, уничтожаем. Кусаем. Еще раз укусаем. Выжидаем. Что он будет делать? Усилять себя? Усилять. Это нам только на руку. Потому что мы еще разок с тобой захиляемся по полной программе. И теперь будем его тотально уничтожать. Так что, что бы он тут ни делал, ничего ему уже не поможет. Даже не думай. Даже не думай. Ну, таким темпом мы с тобой и боссиков, мини-боссиков завалим. А вот как раз и они. Так, ну что, пройдоха. Поехали. Раз. Тут, наверное, сделать надо. Давай так. Понижение брони. Вот он что, да, придумал. Бо-бо. Начинается, короче, да? Так, мы с тобой хильнемся. Ну, не сейчас, чуть попозже. Вот, отлично, друзья. Так, почти фул хп у всех. Ну, этот, естественно, понижает всем броню. Душитель. Вот с него-то мы, пожалуй, и начнем. Раз. Это последняя волна, так что можно здесь уже немножечко расслабиться. Потому что хильнемся, залечимся. И, естественно, продолжим наш бой. Так, водорез мне не страшен. Хотя бомбит он очень сильно. Так, ну что, добиваем этого. И остается водорез. Ну что ты будешь делать? Понятно. Так, атакуем. Залечиваемся. Сейчас он сделает свою последнюю атаку. И адьюс. Да, сложный был, ребят, поединок. Но, тем не менее, мы выиграли. Крутим колесо, забираем с тобой, опять же, все-таки рыбу, 125 миллионов. И переходим на последний поединок. Блин, за него еще заплатить надо. А, нет, хотя да, надо. Да, 241 руна у нас осталось. 241 руна, а было 700. Вот так вот мы с тобой растранжирили все. Ну что, я вижу, уже здесь мини-боссики нас встречают. И, как ты видишь, две волны здесь будет. С кого начать? Наверное, вот с этого. С этого пройдохи начнем. Давай просто укусим. Что он будет делать? Просто атака. Мы продолжаем бомбить. Этот что будет делать? Смотрим. Блин, понижает. Понижает, ребята, защиту. Это мне невыгодно. Ух, ё-моё. Хотят мне уничтожить
Кривоклыка, да? А я не дамся. А я не... Это сейчас опять сюда будет бомбить, скорее всего. Нет, он поменял почему-то цель. Я не знаю, с чем это связано. Ну, нам только выгоднее, когда меняют цели они. Обычно они какую-нибудь одну начинают бомбить постоянно. И пока не убьют, не слезут с нее. А здесь, видишь, он что делает? То одну, то другую. Отлично. Так, здесь укусим. Наверное, добьем с тобой этого хламона. И остается у нас громобой. Но он один. Он один, и нам с ним будет попроще справиться. Мы еще хильнемся сейчас. И, естественно, все драконы будут его бомбить. Так, раз. Два. Так, он сейчас выпендрится. Мы с тобой хильнемся, опять же. И добьем. А теперь босс. Кто? Это, ребята, костолом. И два кревета. Начнем с креветиков. Костолом не так страшен. Ну да, он может бежать, там, таранить. Но он страш, мы его задолбаемся разбирать. Поэтому вначале нужно креветов уничтожить. Видишь, что творит. Опа, он еще и атаку себе повысил. Здоровски. Так, что же. Давай, наверное, хильнемся. Добить сможешь. Е, красавчик. Друзья мои, Кривоклык добил этого кревета. Так, а ты что? Что ты собрался делать? Окей. Так, друзья мои, у нас с вами следующий. Так, подожди, давай подумаем. Что нам, либо сейчас хильнуться, либо, давай, наверное, нет, сделаем, знаешь как? Вот так вот. Теперь повесим на него слепоту. Вот именно на него. И пускай он атакует. Жесть какая-то. Очень мощный чувак. Так, я буду добивать все-таки, пытаться кревета этого. Чтобы остался один костолом. А сейчас будет, по-моему, бобо кому-то. Сейчас будет кому-то больно. Уничтожил, просто уничтожил, друзья мои. Ну что же. Тут только один вариант. Брать его в слепоту и потихоньку-потихоньку уничтожать. Поехали. Ох, какой же ты тяжелый будешь на разбор-то, а. Да, друзья мои, очень тяжелый, поэтому нам придется с тобой воспользоваться потом энергией. Я думаю, ты понимаешь, зачем, да? Чтобы нам не прилетело с тобой в лицо. Жесть какая-то. Ты потратишь свой суперудар-то, ё-моё, в конце концов, или как? Ну, трать его, трать. Есть. Промахнулся, дуралей. Так, ну что, половину здоровья мы у него отняли. Один ход мы с собой пропускаем, не будем ничего делать. Стой, там по одной или по две энергии идет? По-моему, по одной, да? Поехали. Так, ага, по одной, значит, выживаем. Выживаем. Теперь давай все-таки я сделаю так, наверное. Раз, два. Так, он ответку нам дает. Ага. Но, как говорится, не попадает. Мы его опять укус. Еще укус. Так, ему, по идее, два или три укуса нужно сделать, и все, и он готов будет. Промахнулся. Делаем. Подожди. Ну да, делаем укус. Тараним. Хотя можно даже вот так. Нет, так будет фигово. Вот так. Он добьет, наверное, мне барсика. О-о-о, тогда вообще прощай, родной. Все, ребята, с горем пополам, но мы прошли это событие. Крутанем колесико и заберем с тобой древесину на этот раз. 125 миллионов. Окей. И забираем последний пак.
Все. Неплохо летает, боец. Куда бы они ни ускользнули, на круг света настигнем. Вот это вам. Спасибо. Так, что-нибудь у тебя есть? А, вот. Вот это я возьму. Фрукт, конечно, нужно. Нужно брать, ребята, пока такая возможность есть. Ну что, все они мне тут летают, довольные. Так, а мы с тобой будем открывать наборы. Так, что у нас тут? Ужасное чудовище, костолом, шипорез и все. Далее. Смотрим. Серия испытаний. 75 миллионов рыбы. Так, эпически это нужно. Заколка, руны, 50 рун, железо и острокрылый змеевик. По-моему, он у меня есть. Может, его сразу отдать? Да, я его сразу, пожалуй, и отпущу. Тем более, он копейки стоит. Так, следующий у нас наборчик. Вот он. Что тут? Железо, рыба, так, заколка, руны и громороб отпрыск. Отпрыск у нас, по-моему, тоже есть или нету, я уже не помню, если честно. Нет, ребята, громорога отпрыска у нас не было. Это новинка. Ну что же, я очень рад. Я вообще обожаю, когда у нас с тобой новые драконы появляются. Наша коллекция, как говорится, пополняется. Ну что, вроде бы и все. Здесь задание у нас. Да, нет, единственное, что можно еще сходить, конечно, на арену и забить пак. И заодно получить пак вождя. Подеремся с тобой, да? Три поединочка сделаем, заберем пак вождя. И заодно забьем себе пак в коллекцию. Ну, на открытие я имею в виду. Так, что у нас тут? Ну, естественно, с этого начинаем. Начинаем с шепота смерти, как всегда, это традиция. Ох ты, ничего себе вмазал, ты посмотри. Блин, ну хоть и слабенький, кажется, да? И дается он в самом начале практически, но бомбит. Трындец, вы что, мне барсика хотите сказать? Запинали. По-моему, да. Зашибись, вот так вот. Еще давай супер... Хотел сказать, супер удар сделай, и он делает его. Так, ладно, минус один. Хильнемся, наверное, да? Так, ну здесь самый страшный, это, конечно же, Сарделька со своими двумя атаками этими. А этот охламон у нас фаерболы. Да еще и усиляет атаку. Слушай-ка, сейчас он возьмет. Ведь по две же должно быть энергии, по-моему, прибавляться, насколько я помню. Сейчас будет разбег, да? Точно, сейчас будет разбег и кому-то... Жесть! Вы что ж творите-то? Ну, друзья мои, шторморез один здесь не вытянет. Не-а. Ну, этого, может быть, мы еще... Нет, сейчас оглушат его и все. А что так мощно отнимает-то, эй? Вот тебе, ребята, и сыграли три поединка. Угу. Ну, здесь-то хоть, надеюсь, ну, попроще будет. Здесь лаварык, громорог. Вот единственный противник, которого надо остерегаться. Остальных разберем с тобой с полтычка. Блин, вот как мне прокачать этому парню 90 уровень? Для того, чтобы нам можно было бы его прокачать до 16 уровня. Ты видел, у нас уже карточек хватает, в принципе, на него. Так, неужели барсику крышка? Что-то у нас вообще все, ребята, идет через одно место. То барсика уничтожает быстро, то штормореза. Вообще игра не складывается никак. Так, хорошо. Давай теперь возьмемся с тобой за громорога. Понижаем ему защиту. Что ты там? Так, лаворых. Неужели хилят бьют? Нет. Просто ударил. Окей. Так, укус, отхил. Ну и остается у нас лаварык. Сейчас мы с ним разберемся по-мужски. Во-первых, укусик. Во-вторых, понижаем броню ему. Сейчас он что-нибудь чуданет, как всегда. Ясен перец, он ставит на себя защиту. Мы ее пробиваем. Ну и сейчас будет добивка.
Вот так вот. А в этом поединке у нас парящий прихвостень. Я вижу кревет и острокрылый змеевик. Начнем, наверное, все-таки с прихвостня, да? Хотя и кревет тоже, в принципе, злобный. Но я хочу именно с прихвостня. Нельзя ему давать разгуляться здесь. А ведь он все равно успеет. Он все равно, по-моему, успеет шмальнуть. У него 3 энергии, да, нужно? Нет. Не успел. Но все равно он звезданул хорошенько, да? А этот сейчас добьет. Подожди, как он там добьет? Никто не добьет. Давай, наверное, так все-таки сделаем. Сейчас уничтожу там опять Барсика. Оу, тем более суперударом. Ну и ладно. Знаете, что самое обидное? Что он еще съедает энергию при ударе. Ты смотри-ка, что делает, а? Наверное, вот так вот все-таки хильнемся заодно. Ну и плюс отнимаем здоровье. Фаербол. Так, мы еще раз кусаем. В принципе, кревет уже не жилец. Ему здесь ничего не поможет. Все, да выпендривался, да? Упс. Это как так получилось? Это как так получилось? Почему не добили? Фух, он промахнулся. Этот охламон промахнулся, ты понимаешь? Он сыграл нам на руку, вот что я тебе скажу. Ну, значит, мы его сейчас... Да ты заколебал, а? Атаку за атакой своим хвостом, а? На тебе. Получи и распишись, парень. Все. Ну, а в этом поединке, я смотрю, у нас тройной удар. Плюс ужасное чудовище. И опять же... И опять же этот, как его? Барсик. Ну, только вражеский, естественно, да? Так, отвали. Я, наверное, сделаю вот так вот. Добить... Ага, не добьем. Так, он, значит, ходит. Блин, у нашего, ребята, штормореза очень-очень мало хп. Скорее всего, его сейчас уничтожат. Естественно. Еще и этот, давай... Блин. Офигенно. Зашибись, я тебе даже скажу. Че, походу проиграли мы с тобой, потому что сейчас они вдвоем здесь ходят. Че-то мы фейлимся в последнее время очень и очень часто. Ну что ты мне прикажешь делать? Фиолетовый, да? Красный против... Да это бесполезно. Ну давай, у меня просто других вариантов нет, ребят. Ну... Так, это сейчас ударит. Ударил, блин, офигеть, как он звезданул. Да все, тут проиграли мы. Тут ничего мне не поможет уже. Обидно, очень обидно. Ну, а вот и пак вождя. Что нам здесь выглядит? Шторморез, душитель, водорез и беззубик. Вот так. Здесь-то что у нас выполнено? За 10 рун, а нужно нам, так, отправить драконов в 2 приключения, чтобы получить 50. Чтобы получить 50 склянок. Да, они у меня как бы отправлены, да, в приключения. Эх. Блин, сколько же тебе придется ждать, а? Пока мы тебе купим твоего дракошу. Да, готово. Теперь получите, говорит, вручуна. Попробуй получить этого вручуна. Так, ну что, дорогие друзья. Наверное, на сегодня и все. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.